20 августа в Одессе стартует общественный бюджет 2019. Проект, который предоставляет одесситам возможность реализовывать свои инициативы по развитию города за счет местного бюджета с 2017 года. В этом году на проект выделили 50 миллионов гривен. Каждый одессит может предложить городу проект стоимостью до 1,5 миллиона гривен. Участниками общественного бюджета 2019 могут стать совершеннолетние и социально активные одесситы, а также общественные организации и юридические лица, проекты которых поддержали своими подписями от 50 или 200 одесситов в зависимости от масштаба проекта. Победители объявят в конце 2018 года, 11 декабря. Не оставайтесь в стороне. Успейте подать свой проект до 28 сентября на сайте citizen.odessa.ua и определяйте, как изменится Одесса в новом году.